идет в пещеры богатырские. Так, Сергей из Орла пишет. Так, в моем городе мое любимое место – площадь Зинов. Про какой город-то? Орел. Много таких городов. В, внимательность. Со множеством хороших магазинов, развлекательных центров, а еще она необычайно красивая, и на ней находятся памятники писателей орловцев. А вообще, я люблю свой город, есть на что посмотреть. Лена, Антон, приезжайте. Да. Конечно. А достопримечательностей у нас в Улан-Удэ очень много. Поющий фонтан. Уже нет. Но, по-моему, квас там до сих пор вливает. А у вас же там на пересечении, скажем так, реки Волга и впадающей в нее... На перекрестке. На перекрестке двух рек. Там же есть место, где Ярослав... То есть там стоит отдельно камень, а там заложили первый камень, а сам город построили в другой немножко стороне. Где медведь? Я точно помню. Мне там рассказывали. Чтобы
песни. Русские песни. На него накакала птичка. Я так каталась и вообще. А потом мы прошли дальше по лесу, и на меня написала белка. В детстве на меня мама ругалась, что я баловалась и косила глазами. И в один момент глаза так и остались косыми.